नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय Сегодня счастливый день Шри Кришна Джанмаштами, день явления Господа Шри Кришны. И в этот замечательный день мы постимся для того, чтобы лучше сосредоточиться на Кришне, для того, чтобы больше петь Его святое имя, для того, чтобы больше читать о Нем. Я буду читать из книги Кришна, переложение Шрилы Прабхупады, 10-я песня Шримад Бхагаватам, глава 3, которая так и называется «Рождение Господа Кришны». В Бхагавадгите Господь говорит, что Его приход в материальный мир, Его рождение и деяния трансцендентны, и что всякий, кто познал их суть, получает право войти в духовное царство. Явление или рождение Господа отличается от рождения обычного человека, который вынужден получать материальное тело в соответствии с поступками, совершенными им в прошлом. О цели прихода Господа уже говорилось во 2 главе. Он приходит в этот мир ради своего удовольствия. Когда наступило время явления Господа, созвездия расположились самым благоприятным образом. Астрологическое влияние звезды под названием Рахини превзошло влияние всех прочих звезд. Считается, что эта звезда, которая повелевает сам Господь Брахма, приносит счастье. В соответствии с законами астрологии, помимо благоприятного расположения звезд, существуют также благоприятные или неблагоприятные периоды времени, связанные с расположением планет. Перед рождением Кришны планеты сами собой заняли такое положение, что все стало очень благоприятно. В то время повсюду, на востоке, на западе, на юге и на севере, царили мир и благоденствие. На небе светились приносящие счастье звезды, и на земле, во всех городах и деревнях, на пастбищах, а также в умах людей появились добрые знаки. Реки были полноводны, а на озерах цвели прекрасные лотосы, в лесах летали чудесные птицы, разгуливали павлины. В момент рождения Кришны все птицы запели, а павлины стали танцевать со своими супругами. Дул тихий, ласковый ветерок, разносивший аромат цветов. Брахманы, привыкшие возжигать жертвенный огонь, увидели, что снова могут совершать жертвоприношения в своих домах. Из-за препятствий, которые им чинили демонические правители, брахманы почти перестали зажигать жертвенный огонь. Запрет на жертвоприношение сковывал деятельность брахманов, угнетал их ум и разум. Однако незадолго до рождения Кришны их ум охватила радость. Они услышали божественные звуки со звезд, возвещавшие приход Верховной Личности Бога. Обитатели планет Гандхарвов и Киннаров запели, а жители Сиддхалоки и планет Чаранов начали возносить молитвы славе Господа. На райских планетах Апсары, а также Видьядхары вместе со своими женами принялись танцевать. Великие мудрецы и полубоги радостно осыпали землю цветами. На морском берегу шелестели волны, а в небе над морем собрались тучи, и приглушенно зарокотал гром. Когда все было готово, Господь Вишну, пребывающий в сердце каждого, предстал в ночной тьме перед Деваки, похожей на небожительницу, в образе Верховной Личности Бога. Явление Господа Вишну в такое время было подобно восходу полной луны на востоке. Кто-то может возразить, если Господь Кришна явился на восьмой день убывающей луны, то как луна могла быть полной?
В ответ на это скажем лишь, что Господь Кришна родился в царской семье, находившейся под покровительством Бога Луны. В ту ночь Луна была неполной, но, так как Господь явился в роду, ведущем свое начало от Бога Луны, Луна так ликовала, что по милости Кришны выглядела полной. В астрологическом трактате «Кхаманикья» подробно описано расположение созвездий во время явления Господа Кришны. Там подтверждается, что ребенок, родившийся в столь благоприятное время, был верховным брахманом, абсолютной истиной. Васудева увидел чудесного младенца с четырьмя руками, в которых он держал раковину, булаву, диск и цветок лотоса. Его грудь была украшена знаком Шриватса и драгоценным ожерельем с камнем Каустуба. Одет он был в желтый шелк и сверкал, как черная грозовая туча. На нем был шлем, украшенный драгоценным камнем Вайдурья, браслеты, серьги и другое убранство. На голове его росли пышные волосы. Васудева был поражен необычным видом ребенка. Откуда у новорожденного такие украшения? Он понял, что это явился Господь Кришна, и был потрясен. Васудева смиренно размышлял о том, что хотя он обычное живое существо, обусловленное материальной природой, и сейчас заключен в тюрьму Кансы, сам вездесущий Верховный Господь Вишну, Кришна, во всем своем величии явился в его доме в образе ребенка. Земное дитя не может родиться с четырьмя руками, с драгоценностями, в великолепных одеждах и со всеми знаками Верховной Личности Бога. Снова и снова Васудева смотрел на своего новорожденного сына, думая над тем, как отпраздновать это благословенное событие. Обычно, думал он, в семье, где рождается мальчик, устраивает веселое празднество, а у меня, хоть я и в тюрьме, родился сам Бог, Верховная Личность. Сколько же миллионов празднеств я должен провести, чтобы отметить это событие? Глядя на новорожденного, Васудева, которого также называют Анакадундубхи, был так счастлив, что ему хотелось отдать в дар браманам тысячи коров. По ведическим обычаям, когда во дворце царя Кшатри отмечается какое-нибудь радостное событие, царь раздает щедрые пожертвования. В это время браманам и мудрецам дарят коров, убранных золотыми украшениями. Васудева также хотел раздать пожертвования, чтобы отпраздновать рождение Кришны, но не мог, поскольку был закован в кандалы в тюрьме Кансы. Тогда он мысленно подарил браманам тысячи коров. Когда Васудева убедился, что новорожденный – это сам Бог, Верховная Личность, он склонился перед ним и, сложив ладони, начал возносить молитвы. В тот миг Васудева был запределен этому миру и не испытывал никакого страха перед Кансой. Комната, в которой появился новорожденный мальчик, была озарена исходившим от него сиянием. Васудева сказал: «О Господь, я понимаю, кто Ты. Ты Верховная Личность Бога, сверхдуша всех живых существ и абсолютная истина. Ты явился в своем вечном образе и предстал перед нашим взором. Зная, как я боюсь Кансы, Ты пришел, чтобы избавить меня от этого страха. Ты не принадлежишь к материальному миру. Ты тот, кто, бросая один взгляд на материальную природу, творит все мироздание». Итак, Васудева, преданный Кришны, который пришел как его отец, и деваки затем вознесли Господу прекрасные, замечательные, возвышенные молитвы. Господь ответил:
Я появился в образе Вишну, чтобы вы убедились, что я тот же Бог, Верховная Личность, родившийся еще раз. Я мог появиться в облике обычного ребенка, но тогда вы не поверили бы, что Деваки носила в своем чреве Верховную Личность Бога. Дорогие отец и мать, много раз вы растили меня с заботой и любовью, как вашего сына, за что я очень доволен вами и очень обязан вам. Обещаю, что на этот раз вы вернетесь домой к Богу, ибо вы завершили свою миссию. Я знаю, вы очень тревожитесь обо мне и боитесь Кансы. Поэтому повелеваю вам сейчас же отнести меня в Гокулу и обменять на дочь, только что родившуюся у Яшоды. Сказав все это своему отцу и матери, Господь у них на глазах принял облик обычного ребенка и замолчал. Выполняя волю Верховной Личности Бога, Васудева приготовился вынести сына из темницы, где тот родился. Как раз в это время у Нанды и Яшоды в Гокуле родилась дочь. Это была йога майя, внутренняя энергия Господа. Под ее чарами все обитатели дворца Кансы и прежде всего стража погрузились в глубокий сон. А все двери раскрылись, хотя были заперты засовами и железными цепями. Ночь была очень темной, но когда Васудева взял Кришну на руки и вышел из дворца, он мог видеть все вокруг, как при свете солнца. В Чаритамрите говорится, что Кришна подобен свету солнца, и потому там, где находится Кришна, нет места иллюзорной энергии, подобной тьме. Когда Васудева нес Кришну, ночная тьма отступила. Все двери тюрьмы сами собой отворились. В небе грянул гром и полил сильный дождь. Когда Васудева нес своего сына Кришну под проливным дождем, Господь Шеша в облике змея простер над головой Васудевы свои капюшоны, чтобы защитить его от дождя. Васудева вышел на берег Ямуны и увидел, что вода в ней бушует и пенится, но, несмотря на ненастье, воды реки расступились и позволили Васудеве перейти на другой берег, подобно тому, как некогда Индийский океан дал проход Господу Раме, когда тот строил мост через пролив. Так Васудева перешел через Ямуну. Достигнув противоположного берега, он направился к дому Махараджи Нанды в Гокуле. Там он увидел, что все пастухи спят глубоким сном. Он тихо вошел в дом, подошел к постели Яшоды и без труда обменял своего сына на лежавшую там новорожденную девочку. После этого Васудева вернулся в тюрьму к Кансе и молча отдал девочку на руки Деваки. Затем он снова надел на себя кандалы, чтобы Канса не узнал о том, что случилось в эту ночь. Яшода, утомленная родами, крепко уснула, а проснувшись, не могла вспомнить, кого родила, мальчика или девочку. Так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 3 «Рождение Господа Кришны». Ом агьяна тимирандхасья агьяна джана шалакая чакшурун милитан гьяна тасмай ши гураве намаха Шри Чайтанья мано виштан стапитан гьяна бутале Своям рупа када махьям дадати свападантикам Ванча калпатару вьяща крипа синдубья евача Патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе
Шримад Бхагаватам – это повествование из уст, исходящее из уст Шукадева Госвами, обращенное прежде всего к Махараджа Парикшиту, но также и ко всем остальным присутствовавшим там и к нам. И царь Парикшит просит Шукадева Госвами, чтобы тот описал ему игры Господа. До 10-й песни, включительно по 9-ю, Шукадева Госвами описал много различных воплощений Господа. Он описал, каким образом Господь распространяет свои энергии, как Он творит материальный мир, каким образом Он играет, другими словами, со своими энергиями, как Он взаимодействует со своими преданными. Шиши Горнитайки! Как Он взаимодействует со своими преданными. И далее царь Парикшит просит Шукадева Госвами, он говорит: пожалуйста, опиши мне. В первом тексте 10-й песни он пишет, он говорит: «Катхито вамша вистаро бхавата сомасурьяйо». Он говорит: пожалуйста, опиши мне династии Бога Луны и Бога Солнца. И поскольку в Шримад Бхагаватам ни одно слово не произнесено просто так, каждое слово имеет глубочайший смысл. И расположение этих слов также имеет очень глубокий смысл. То Махараджа Парикшит просит, он произносит вначале «Сома Вамша», а потом «Сурья Вамша», «Сома Сурья Йог». Он говорит: расскажи мне о династиях Сомы, Бога Луны, и о династии Бога Солнца, Сурьи. Солнце, несомненно, занимает очень важное положение в этой вселенной. И обычно Сурью ставят впереди Бога Луны, Сомы. Но, поскольку Шримад Бхагаватам, 10-я песня, посвящена прежде всего Господу Кришне, который пришел в лунной династии Бога Луны, Сомы, поэтому Махараджа Парикшит ставит эту вамшу, эту династию первой, называя ее первой, а потом династию Сурьи. То есть он хочет услышать очень сладостные игры Верховного Господа. В Шримад Бхагаватам описывается много, много различных историй. И как, например, в 4-й песне, когда описывается династия царей, линия царей, происходящих от Свайамбхува Ману, то, безусловно, это очень интересно, это прекрасно. Но все же, поскольку игры Господа Кришны особо очаровательны и сладостны, Махараджа Парикшит просит: пожалуйста, опиши мне династию Сома, Сома Вамшу. Он хочет услышать о Кришне. И далее Махараджа Парикшит прославляет повествование о Кришне. Кришна Катху. И он говорит, что сказания о Господе настолько прекрасны и сладостны, и эти сказания должны передаваться в системе ученической преемственности из уст в уста. И следуя утверждению этого текста, Шрила Прабхупада в комментариях на этот текст, также и на многие другие, он также передает то, что написали предшествующие ачарьи, и он дает комментарий на этот 4-й текст 1-й главы 10-й песни Бхагаватам,
И этот комментарий практически на 70% вторит комментарию Шил Вишванатхи Чакраварти Такура, великого комментария, комментатора Шримад Бхагаватам, комментарии которого, пожалуй, являются чуть ли не самыми важными из комментариев Бхагаватам. И сам Вишванатхи Чакраварти Такур в своем комментарии пишет, начиная его следующим образом, он говорит: «Я принимаю остатки, которые оставили Шридхара с вами и Санатана Госвами». То есть он в своем комментарии, прежде чем начать комментировать эту десятую песнь, он ссылается на то, что принимает остатки с тарелки предшествующих великих комментаторов Бхагаватам, таких как Санатана Госвами и Шридхара с вами. Эта аналогия очень многозначительна. Мы все знаем, что мы зависим от пищи. Поддержание нашей жизни зависит от потребления нами пищи. Но что является пищей для таких великих душ, как Вишванатхи Чакраварти Такур, как Шрила Прабхупада, как Санатана Госвами или Шридхара Свами? Для них пищей являются сказания о Кришне, повествования о Кришне. Нам очень трудно это понять, потому что когда мы отказываемся на джанмаштами от пищи и только слушаем и поем святое имя, то у нас крутит в желудке. Нам очень сложно это понять. Но если в какой-то момент мы все-таки увлекаемся этими сказаниями, увлекаемся пением святого имени, то мы можем понять, что в какой-то момент мы забываем о том, что мы являемся телом. И мы забываем о том, что мы сегодня, представляете, не ели. Такая тапасья. И когда мы забываем, нам становится очень радостно. Потому что наконец-то мы можем почувствовать себя частицей Кришны, чьей единственной пищей является Кришна Катха и Святое Имя. Это наш просад в действительности. Ну, также и пища, конечно. Но не потому, что мы хотим есть. Потому что великие преданные, они даже принимали эту пищу просто из чувства долга или от радости. Радости, потому что эта пища была принята Кришной, а не потому, что они голодны. Так или иначе, всему свое время. Хорошо. Но вот этот принцип преемственности, передачи знания, передачи послания Господа через линию ачарьев и смиренное следование очень важно. Очень-очень важно. И понимание этой зависимости от комментариев ачарьев, от восприятия Господа через комментарии ачарьев, через духовного учителя и всю линию преемственности, приносит особую сладость. Сладость проявляется, когда есть следование и смирение. Тогда проявляется сладость. И если нету этого смирения, то нету сладости. Или если нету сладости, то значит нету смирения. Поэтому этот принцип особенно важен для нас. Итак, поэтому в этом тексте Бхагаватам говорится, что прославление Верховной Личности Бога приходит через систему парампары, и они должны совершаться, это прославление должно совершаться через линию преемственности. Как оно передано от духовного учителя ученику. И далее он говорит: такие прославления вкушают и испытывают их сладость те, кто более не заинтересован в ложном, временном прославлении материального мира, этого космоса.
То есть эти прославления, сладость этих прославлений можно ощутить, когда мы не заинтересованы в прославлении чего-то другого, кроме Господа. И далее он говорит, что эти прославления Господа являются не только пищей, но также они являются бхава-аушадхи, они являются драгоценным лекарством, которое излечивает от болезни материализма. И так же, как у любой болезни есть определенные признаки, как, например, если человек простыл, то у него высокая температура, он начинает кашлять. При очень высокой температуре он может терять сознание даже, появляется слабость и так далее. Точно так же болезнь материализма имеет свои признаки. И эти признаки – это повторяющееся рождение и смерть. Мы можем думать, что рождение – это очень прекрасно. И мы всегда радуемся, когда кто-то рождается. И мы можем, и соответственно, если мы сильно радуемся рождению, мы всегда думаем, что смерть – это что-то ужасное. Но наивны мы. Когда мы радуемся чему-то рождению или своему дню рождения, то мы не понимаем, что рождение и смерть – это две стороны одной и той же медали. И если есть рождение, значит обязательно случится смерть. И рождение и смерть являются симптомами той же самой болезни материализма, поскольку связаны с телом. Тело рождается, тело умирает. И все эти фазы трансформации тела, материального тела, свидетельствуют о чем? Свидетельствуют о наличии этого тела. Душа заработала это тело. И то, что она заработала это тело, само наличие, присутствие тела, говорит о том, что есть болезнь материализма. И вот описания Господа являются подходящим лекарством для обусловленной души, которая, принимая это лекарство, может больше не испытывать рождение в материальном мире, но жить вечно в Царстве Бога. Поэтому, говорит Шукадева, говорит Махараджа Парикшит, он говорит, поэтому, кто откажется слушать эти прославления Господа, кто, какой глупец может отказаться и выплевывать это лекарство? Какой глупец, кроме мясника, который убивает душу? И этот пример мясника также очень значителен и глубок. Кто убивает? Если рассматривать в контексте ведических процессов совершенствования, то убивали обычно на жертвоприношение каких-то животных, принося их в жертву. Понятно, что животное получало новое тело немедленно, прямо из огня в те времена. Но смысл в чем? Что эти пышные жертвоприношения, связанные с убийством, предназначались для улучшения своего кармического, мирского, материального положения. Как, например, если царь совершал ашвамедха-ягью, такое жертвоприношение, то он завоевывал всю землю. Автоматически это означало, то есть он должен был пустить коня, и за конем следовало войско, и он обходил на протяжении года всю землю, и войско следовало за ним, и все цари должны были покориться, либо принять бой и быть побежденными, либо победить. Таким образом, в конце этого года этого коня приносили в жертву, и он проявлялся из огня в новом сияющем теле. Но само же это приношение предполагало, что он обошел землю, и царь, следуя за ним с войском, покорил всех царей.
То есть совершив такое, совершение такого жертвоприношения автоматически означало господство над всей землей. Если человек совершал 100 таких жертвоприношений, он был достоин того, чтобы занять положение Индры, царя полубогов. Если он совершал еще больше таких жертвоприношений, он мог даже занять положение Господа Брахмы, вторичного творца этого мира, этой вселенной. Потрясающие свершения, потрясающие результаты. Кто из нас откажется от этого? А? Кто откажется? Поднимите руку. Ну, не так руна, правда, понятно. Ну, несколько фанатиков, ладно. Но потрясающие перспективы раскрываются в результате таких жертвоприношений. Но это все материально. И все это временно. Ну, сколько там та вселенная существует, боже мой. Всего ничего. Нет смысла привязываться. По крайней мере, так Господь учит в Бхагавадгите. Абрама Бхуванала Пунара Вартинарджана Мампатита Кантая. Пунарджан меня видит. И он говорит, лучше не получать рождение в материальном мире. Какой смысл? Итак. Люди, которые совершают мирские жертвоприношения и стремятся к мирским материальным целям, убивают. Для бхакти не нужно никого убивать, ничего не убивать не нужно, ничего живого. Другой смысл этой аналогии мясника заключается в том, что тот, кто стремится наслаждаться материальным миром, также называется мясником или убийцей. Почему? Потому что он убивает душу. Он убивает себя как душу. Мясник, что делает мясник? Он превращает прекрасное, красивое, созданное Богом животное. Он превращает это животное, как, например, корову, дающую бесценное молоко. Он превращает это прекрасное, благоухающее, полезное во всех отношениях животное в груду гниющей плоти, мертвой гниющей плоти. И пытается насладиться этим мясом. Очень грязное наслаждение, которое подразумевает превращение живого в неживое. Точно так же человек, который желает наслаждаться материальным чем-то, материальным телом, в частности, или какими-то возможностями материального мира, подобен такому мяснику, потому что он убивает душу. Он пытается насладиться материальным, отказываясь от духовного, отказываясь от того, чтобы вкушать бесценную, драгоценную, сладостную, духовную расу, вкус. И этому предпочитает что-то материальное. Поэтому он, мясник, убивает свою душу, убивает себя. Потому что материальное не дает жизни душе. Душа может быть счастлива только в связи с Господом, только в отношении с Господом. Это ее жизнь. И все остальное – это смерть для души. То есть душа не может жить материальным, ей неинтересно жить материальным, потому что она по своей природе духовна, а не материальна. Так, через такие резкие и емкие утверждения Махараджа Парикшит прославляет повествование о Господе Кришне. И далее он говорит, приняв, в следующем тексте он говорит, приняв прибежище лодки лотосных стоп Кришны, приняв это прибежище. То есть лотосные стопы Кришны сравниваются с лодкой. Если мы принимаем прибежище у стоп Господа, то это сравнимо с тем, что мы приняли прибежище у лодки для того, чтобы пересечь океан материального существования. И Парикшит говорит, приняв прибежище лотосный стоп Кришны, мой дед Арджуна и другие, это означает братья Арджуны, все пятеро братьев Пандавов, пересекли океан, поле битвы Курукшетры.
океан, на котором такие командиры, как Бхишма Дева, напоминали великую огромную рыбу Тимингилу, которая с легкостью могла проглотить их. То есть Пандавы по сравнению с Бхишма Девой, дедом могучим Бхишма, были небольшой рыбешкой, говорится. Но они победили в любом случае. Почему? Потому что приняли прибежище лотосный стоп Господа Кришны. И поэтому все произошло в соответствии с желаниями Господа Кришны. Таково было его желание. И поэтому они пересекли этот океан материального существования с легкостью, как человек переступает отпечаток телячьего копытца, крошечный отпечаток телячьего копытца. И далее он прославляет эту придачу Кришне, придачу Господа. Как это взаимосвязано? Придача Господа означает придача в Его деяниях, в слушании о Нем, придача в Его святом имени. Таков метод предания себя Господу. И далее он говорит, поскольку моя мать Уттара предалась Господу Кришне, его лотосным стопам, Господь с Сударшана чакрой в руке вошел в ее утробу и спас мое тело, тело последнего оставшегося потомка Куру и Пандавов. Мое тело, которое было практически сожжено оружием Брахмастры Ашватхамы. И далее он говорит, Махарадж Парикшит говорит, поскольку я нахожусь на пороге смерти, он был проклят, и ему оставалась одна неделя до смерти, и эту неделю он посвятил слушанию о Кришне. И он говорит, поскольку я отказался от пищи и воды, поскольку я нахожусь на пороге смерти, я, по идее, подразумевается, должен был бы испытывать жажду и голод. Мы знаем, что Махараджа Парикшит был проклят тогда, когда, испытывая жажду и голод в лесу, он вошел в хижину великого мудреца Шамики Риши. И поскольку мудрец Шамика Риши сидел, погруженный в транс, в медитацию, и не встретил Махараджа Парикшита, великого монарха, то Махараджа Парикшит, мучаемый голодом и жаждой, испытал гнев по этому поводу. И он поддел своим луком мертвую змею и водрузил ее на шею Шамики Риши, как гирлянду. За что, после того, как Махарадж Парикшит ушел, сын Шамики Риши, Шринги, подросток, браман, еще ребенок, проклял Махараджа Парикшита на смерть, на то, чтобы он оставил тело через неделю, через 7 дней. Но здесь Махараджа Парикшит говорит, я отказался от пищи и воды, но я не испытываю никакого гнева, потому что я не испытываю ни жажды, ни голода. Почему? Потому что я слушаю повествование о Господе из твоих уст, о Шукадева Госвами. Он уже прослушал 9 песен Шримад Бхагаватам. И они подошли к 10 песне Шримад Бхагаватам. И мы знаем, что эти 12 песен Шримад Бхагаватам, повествование их заняло практически неделю. И за эту неделю они все не ели, не спали. И они слушали из уст Шукадева Госвами. И по окончанию повествования Шримад Бхагаватам огненный змей Такшака огнем своего яда сжег Махараджа Парикшита. Итак, уже прошло какое-то время, потому что это уже 10-я песня. Это был уже, наверное, 6-й или 7-й день. Потому что
12-я песня очень маленькая, 11-я песня тоже небольшая, 10-я большая. То есть они уже, может быть, 5-й или 6-й день слушали Шримад Бхагаватам, Аша Кудева говорил. И при этом Парикшит Махарадж говорит, я не испытываю ни голода, ни жажды, потому что я пью нектар тем Кришны, которые струятся из твоего лотосного, из твоих лотосных уст. И далее он говорит, точно так же, как Ганга, истекающая от большого пальца стопы Господа Вишну, очищает три мира, высшие, средние и низшие планетные системы. Точно так же, когда человек задает вопросы об играх и качествах Господа Кришны, три типа, три категории людей очищаются. Тот, кто говорит, или проповедник, тот, кто вопрошает, а также общая масса людей, которые слушают. И комментарий к этому утверждению таков, что Ганга очищает три мира, три планетных системы, высшие, средние и низшие. Точно так же Чаранамрита, то есть вода, которая омыла тело Господа, мурти Господа в храме. Эта Чаранамрита также очищает людей. И она очищает три типа людей, так же как три планетных системы, три типа людей. Тех, кто принимает эту Чаранамриту на свою голову, каплю или три капли воды на свою голову. Те, кто пьет эту Чаранамриту, а также те, кто делает и то, и другое. То есть Чаранамрита считается неотличной от воды Ганги. А вода Ганги от Чаранамриты, потому что она проистекает также от стопы Господа Вишну. И точно так же это Амрита, нектар бессмертия, повествование о Господе, очищает три типа личностей. А именно, те, кто говорит, те, кто задает вопросы, и те, кто слушает. И благо они получают вначале, наибольшее благо получает тот, кто говорит. Поэтому говорящему всегда приятно. Слушающие могут уже спать, не проблема. Говорящий все равно воодушевлен. Он в центре внимания. Ему хорошо. Поэтому, если вы меня не остановите, я могу заговорить до смерти или до сна как минимум. Потому что я нахожусь в более выгодном положении. Я надеюсь, говорю про него, чтобы вовремя остановить меня. Итак, говорящий получает наибольшее благо. Именно поэтому так важно проповедовать. То есть вы что-то прочитали в книгах, при условии, что вы читаете книги. Иначе вы не сможете прочитать. То есть вы должны читать каждый день эти книги, пожалуйста. И потом рассказывать кому-то, что вы прочитали, рассказывать что-то о том, что вы прочитали в Бхагавад-гите или в Шримад Бхагаватам. И вы получаете тогда максимальное благо, максимальное. Поэтому так важно для личного даже духовного прогресса. Понятно, для просвещения других, но для своего духовного прогресса очень важно также проповедовать всегда, регулярно. И второй, кто получает благо чуть меньше, но все равно получает очень большое благо, это тот, кто задает вопросы. Подразумевается, что когда человек задает вопросы, он также и слушает ответы. Это не так, что человек просто сидел или просто вошел и задал вопрос и ушел. Нет. Задал вопросы означает, что он слушал внимательно, автоматически. Подразумевается, что он слушал. И это в нем вызвало какие-то вопросы, какие-то мысли вызвало, понимаете? То есть он слушал не просто как колода, но это вызвало в нем какие-то мысли. И потом он эти мысли открывает и спрашивает, проясняет. Но также те, кто просто слушают, также достигают большого блага.
Такова эта Кришна Катха, таковы повествования о Господе. И тогда Шукадева Госвами начинает рассказывать. Он говорит, что однажды земля, обремененная сотнями и тысячами военных фаланг, обремененная воинственными демонами, стонала под их тяжестью. И она обратилась к Брахме, Господу Брахме, за помощью. Она пришла к нему и просила о защите. И тогда Господь Брахма вместе с другими полубогами, Господом Шивой, Индрой, Варуной, Чандрой и прочими, отправился к берегу Молочного океана. Говорится, что в Молочном океане, для нас это не, может быть неожиданно и кажется, может, неправдоподобным. Для кого-то, может, океан соленой воды кажется неправдоподобным. В океане, в Молочном океане, существует остров Шветадвипа. И на этом острове существует Господь, есть Господь, которого зовут Кширада Кашая Вишну. Это форма Господа, как сверх души. И когда полубоги испытывают трудности, они приходят к берегам Молочного океана, они молятся Господу Вишну, вознося молитву Пуруша Сукта. И так они и сделали. И после этого Господь Брахма в сосредоточении, в состоянии самадхи, он услышал ответ Господа. Они молились о том, чтобы Господь облегчил бремя земли. Земля пришла в форме коровы. Богиня земли пришла как корова к Господу Брахме. И полубоги получили ответ через Господа Брахму, ответ Господа Вишну. И Вишну Господь сказал, что я приду, я воплощусь. В конце Двапара-юги, и вы, полубоги, должны все прийти и воплотиться, как мои преданные, для того, чтобы участвовать в моих играх. И Господь Брахма также сказал полубогам, что Всевышний Вишну еще до того, как мы обратились, знал о наших проблемах. И поэтому он устроил все таким образом, чтобы мы пришли и получили от него указание воплотиться. Он может сам прийти и уничтожить демонов. Он может сам прийти. Для него это не трудность. Но полубоги должны были прийти на берег Молочного океана. Они должны были обратиться к Господу ради отношений. И ради того, чтобы получить от него указания и участвовать в его лилах, в его играх. То есть мы думаем, что когда у нас трудности, и мы обращаемся за разрешением этих трудностей к Господу, мы думаем, что Господь не знает, но вот мы его просветили и сообщили ему о наших великих трудностях, которые мы не можем сами преодолеть. Но Господь все знает. Вместе с тем, обращаться к Нему хорошо, но ради чего? Он все знает. Но мы можем обращаться к Нему для того, чтобы развить отношения и для того, чтобы обрести от Него нужные указания, чтобы участвовать в Его лилах, то есть в Его деятельности, в Его миссии, другими словами. Это важно. И Господь пришел вместе со своей энергией. Он пришел вместе со своей, говорится, майей. Он сказал, он приказал своей йога-майе также прийти и явиться. Йога-майя – это внутренняя энергия Господа, которая выстраивает его игры. Йога-майя проявляется в материальном мире так же, как маха-майя, как материальная энергия. И по отношению к разным личностям Господь проявляет свою энергию по-разному. Для некоторых Он проявляет ее как йога-майю, для преданных Он проявляет как йога-майю, и для непреданных Он проявляет материальную энергию, маха-майю.
И следует понимать, что все находятся в иллюзии. Каждое живое существо. И мы не исключение. Великие полубоги находятся также во власти иллюзии. Но великие полубоги находятся во власти, участвуя в играх Господа, находятся во власти йога-майи. Так, например, йога-майя пришла и устроила то, о чем мы читали сегодня из книги Кришны. Йога-майя устроила то, что когда Господь явился в темнице царя Кансы, Васудева получил от него наставление, и йога-майя выстрелила все таким образом, что оковы его упали, двери открылись, вся стража заснула, Ямуна расступилась, Яшода спала, он смог обменять ребенка, он взял мальчика Яшоды, вернее, девочку Яшоды, оставил ей мальчика Деваки и Васудевы и принес девочку обратно. И эта девочка проявилась, хотя она была воплощением йога-майи также, но она проявилась как маха-майя, потому что йога-майя и маха-майя на самом деле это одна личность, но по отношению к разным она проявляется по-разному, разными своими лицами поворачивается. И по отношению к Камсе, эта девочка, когда он взял ее, захотел уничтожить, убить, как он убивал предыдущих детей Деваки и Васудевы, в страхе за то, что восьмой сын их убьет его. Эта девочка выскользнула из его рук, и она вознеслась в небо, и она раскрыла свой ужасный облик Махамайи, богини Дурги, и она захохотала. И громовым голосом сказала: «О, Камса, ты глупец! Ребенок, которому суждено тебя убить, уже явился в другом месте». По отношению к Камсе она проявилась как маха-майя, как материальная энергия. По отношению к преданным она явилась как йога-майя, для того, чтобы ввести их в заблуждение. Если не будет заблуждения, не будет лилы, не будет игры. Игра всегда означает какая-то доля непредсказуемости, доля приключения. И деяния Господа называются лила, потому что это игра, потому что вы никогда не можете предсказать Господа. И для того, чтобы Господь мог взаимодействовать со своими великими преданными, чтобы они забыли, что Он Господь, и не чувствовали себя очень подавлены и скованы перед лицом всемогущего, Он погружает их также в майю, в иллюзию, в йога-майю, внутреннюю энергию, духовную иллюзию. И они взаимодействуют с Ним, как Его близкие спутники, как Его друзья-пастушки, как Его родители или как Его возлюбленные. Таково влияние йога-майи. Даже великие полубоги, такие как Брахма и Шива, были введены в заблуждение. Мухьянтия Цурая, говорится в первом тексте Бхагаватам. В заблуждении, почему? Чтобы Господь мог проявить и доказать свое могущество лишний раз. Так Господь Шива был введен в заблуждение Мохини Мурти воплощением Господа, как прекрасной женщины. И Господь Шива, который является олицетворением йоги и контроля чувств, никто не может контролировать свои чувства лучше, чем Господь Шива. Господь Шива, который является высочайшим вайшнаванам, это Шамбу. Шамбу, Шива, является самым высочайшим преданным. Господь Шива был соблазнен видением Мохини Мурти, прекрасной, удивительной женщины, потому что сам Господь стал Мохини Мурти. Это был сам Господь. И поэтому Господь Шива был полностью сбит с толку. Он потерял свой разум. Он забыл о том, что такое йога, контроль чувств. Он забыл о том, что он является предводителем целых сонмов, разных бхутов и духов, и мудрецов, великих йоги. Он забыл об этом, что они все это наблюдают. Он, как обезумевший, побежал за Мохини Мурти. Он потерял полностью контроль над своими чувствами.
потому что все должны знать, что Господь непревзойден. И Господь может все и может ввести в заблуждение каждого. Но это была прекрасная Лила. Он сам пожелал увидеть эту прекрасную форму Махинимурти. Это была Лила Господа, которая прославила Господа. Точно так же Господь Брахма был введен в заблуждение, когда украл пастушков и телят. Он был введен в заблуждение во Вриндаване для того, чтобы показать превосходство Вриндавана Лилы и обители Враджа Вриндаваны над любыми иными мирами, локами и другими любыми лилами. Так Господь Брахма был даже введен в заблуждение. Что говорить о нас, несчастных, крошечных? То есть преданным, для преданных майя или йога майя позволяет участвовать в лила Господа. А непреданным маха майя, это майя иллюзия, позволяет избавиться от их иллюзий, от их заблуждений, что они господа. Так, в храме я сегодня словил себя на мысли, храм это же духовное место, это Вайкунтха. И даже оскорбительно по-другому думать. Поэтому если здесь что-то не так происходит, то это влияние йога майи, значит. Если вот я подумал, если объявление, распорядок праздника не был вывешен за неделю, и никто не знает, какой распорядок праздника, то значит это йога майя. Просто у Гарупарнима Прабху был этот распорядок, и потом раз, и исчез. Понимаете? Просто майя украла, но это йога майя. Потому что в храме только йога майя. Это в храме все, что совершается, это не карма, это лила. Правильно? Если кто-то здесь попал в заблуждение, значит, он йоги. Но на самом деле, в каком-то смысле мы должны так думать, иначе мы будем очень критичны по отношению к преданным, к вайшнавам. Иначе мы будем смотреть на недостатки этой обители Господа. И недостатки начинаются с порога, когда мы видим грязь на пороге. Конечно, живущие в храме никогда не должны думать, что это пыль с лотосных стоп. Что это грязь с лотосных стоп. Преданных, пришедших в храм. Живущие в храме должны видеть это как анархи. Но те, кто приходят, должны рассматривать все здесь как лилу. Потому что если мы начнем видеть грязь здесь, в храме, правильно? Ну, здесь полно грязи. Здесь и тараканы даже есть, представляете? Но те, кто считает себя частью этой обители, должны брать ответственность за эту обитель. Вывести тараканов, убрать, помыть. Тогда вы часть этой обители. Но если вы приходите и просто видите грязь, то тогда вы начнете видеть грязь дальше. Не только на пороге, она же дальше, правда? Она и здесь. Все тапочки, все обувь вот так перемешана, правда? А зашли в алтарную, а здесь что? Вы посмотрите, что здесь творится. Здесь тесно, здесь душно, правда? Это же душно, правильно? Духота. Мы все потеем, окна должны с той стороны быть во время киртана закрыты, а во время мангаларати или ночью мы сегодня будем петь, они должны быть закрыты везде вообще. Представляете? Можно задохнуться. Разве в обители Господа может быть так душно? И мы начинаем видеть недостатки здесь, представляете? И потом, конечно, мы смотрим куда? На алтарь. А там что? Иногда пуджари ставят изображение парампары вверх ногами. Какое-то изображение? Незаметно. Я такое видел много раз. Во время мангаларати вдруг мы видим, о! Чатурвидхасри Бхагават Прасада. А Бхактисиддханта Сарасвати вверх ногами. Вы представляете? Но это же ужасно. Это же недостаток явный, правда? Или перед приветствием божеств. Здесь, возле входа в пуджарскую, с этой стороны, никогда не вытирают. Они никогда не вытирают. Ну что делать?
что делать? И я смотрю, там паутина. Паутина, это означает, что это не одного дня. Потому что утром, когда здесь моют всю алтарную, моют, там стоят какие-то букеты, вазы, и там не моют, получается. И все. И так день за днем, там паутина накапливается, представляете? И в алтаре, Господи Боже мой. И так мы начинаем искать, и мы находим недостатки. И на самом деле мы найдем недостатки в самом Господе, правильно? Не так стоит. Почему стоит так? Почему там какие-то заколки? Почему там какие-то прищепки, которые поддерживают чадар? Более того, там обезьяны. Яша пробовал подсказывает, обезьяны. Обезьяны нечистые. Да, да, сегодня у нас обезьяны, видите? Это удивительно. Вы видите, горшки с маслом. Вы видите, обезьяны. Рива! Обезьяна украла горшок. Вы представляете? Это Лила. Клянусь. Я не был статистом, который посажен в зал. Это произошло спонтанно. Серьезно. Я не знал, что она может двигаться. Удивительно. Видите, как прекрасно сознание Кришны. Что еще надо? Что еще нужно человеку для того, чтобы быть удовлетворенным? Читать Шримад-Бхагаватам. Петь святое имя. Принять немножко чаранамриты. И принять прасад, в конце концов. И что еще нужно? Служить Господу с полной отдачей. Это настоящая реальная жизнь. Шри Кришна Джанмаштами ки. Шри Кришна Бхагаван ки. Шрила Прабхупада ки. Гор Премананда Рива. На этом мы должны закончить. Харе Кришна. Сейчас будет киртан.